Друзья, всем привет. Последний день. Папа. Папа в последнюю секунду. Ну окей. Я думала, ты спишь. Убери, пожалуйста, назад. Ой. Все, последний день. Катя, поцелуй, говорит, папа, мою ручку. Принцессную ручку. Давай, давай, давай. Последний день. Он трудный самый. Он на самом деле пройдет очень быстро. Сегодня всего полдня они учатся. Даже, наверное, поменьше. Но, в общем, мало они сегодня будут. Там я не знаю сколько. В общем, сегодня, не знаю, часа три, если хотя бы будут, то уже неплохо. Ну, посмотрим, не знаю. Надо выяснить еще этот момент. Все, у нас туман, влажность, дождь, прекрасная погода такая вот. В общем, все. Лето. Сегодня первый день лета. Сегодня 1 июня. Папа, с первым днем лета. А мы, все, кто тейбл, на завтрак. Не только мы. Так, а ты не на синее встал, да? Нет, оно не синее. Все, окей. Я смотрю, место синее, оно не синее. Оно вот это только синее, а вон то белое. Все, мы. Так, Вова, кофе попить, я оладушки свои съесть. Народу здесь будет так, только на кофе. Парковочка еще пустая. Время 8. Цветочки. Интересно, их поливают? Нет, мне кажется, они загибаются без воды. Вот эти еще поливаются дождиком. Ой. Welcome. Арбузики маленькие такие. Ой, какие песни с утра. Ой, здесь же так холодно, я забыла. Вы видите, уже на 4 июля все в флажках. Красота. Холодно только. Так, ты за кофе? Так, мы сели уже, все заказали, сейчас нам принесут. Ну, мы, как всегда, одно и то же заказываем. Можно я покажу? А также получилось $26. У меня мои оладушки, у Вовы его тост с лососем, по-моему, да, у тебя? Авокадо, лосось. Ага. И кофе. Смотрите, какой. Там орел. Я подойду поближе уже, засниму его. Флаги, шарики. Все на 4 июля. И посмотрите, у нас какая красота. Это кленовый сироп, я его не ем, не пью, не поливаю, и масло. И так удобно, очень запаковано, супер просто. Не надо счищать, то есть не надо говорить мне, пожалуйста, без этого. И вообще это просто удобно. Чем когда сверху все это заливают. И то, зачем Вовчик сюда пришел, такая вот вкуснота. Все, друзья, приятного аппетита. Так, мы уже позавтракали. Сейчас я хочу взять лапшичку и пройдем через кассу. Ты куда? Что, пиццу хочешь? Нет, делать фокаччо. А, фокаччо? А, это заготовки на пиццу, наверное. А, ну может быть, да. Да, может быть. Ага. Здесь будут всякие дегустации чего-нибудь. Так, я хочу взять вот эту лапшичку, которую в суп я детям беру. И все, и на кассу. Такая вот. Очень классная. Возьму 4 штучки. Взяла 4 штучки. Вова говорит, с той стороны он по-другому выглядит. Вот здесь он вот так. Это из баночек. Коробочек с баночками. А, вон почему, поняла. Высунуто, да, как будто бы? А, прикольно. Классно. Слушай, да, с этой стороны реально прикольно. Вода, напитки. Классный такой орел. Все, мы на кассе. Так, еще вспомнили, что надо бы взять гуакамоле и чипсы. Не перепутай. Спайси, помнишь? Спайси. Нет, спайси, да? Или вот здесь спайси? Все. Вон там делаешь, вот там, да, вон там делают.
Так, и чипсы. Все, теперь точно на кассу. Вот это очень вкусный салатик. Вот этот вот. У меня руки заняты, не могу взять, показать. Вот этот вот лобстер и вот этот краб. Очень вкусный. Где Вовик? Ага. Смотрите, сколько здесь касс, ребята. В Walmart и в Target столько нету касс. Я хочу мальчика заснять. У мальчика такие кроксы смешные. Он в пижаме, и у него кроксы в виде флага вот этого вот, американского. Здесь, ну, как о школьнике, вот они говорят, было, и вот они. А, да-да-да, здесь молодежь работает, да. Наши одноклассники наших детей, кстати. Да. О, смотрите, какая влажность. О, тепло, Вовик. Тепло, тепло. Все, поехали. В общем, взяли такой вот пакетик с собой. Кто чем завтракает? Мы с Вовиком довольно такой легкий завтрак. У нас соседи за соседним столиком. Сюда с собой возьму. За соседним столиком два довольно худеньких мужчины заказали себе такой английский завтрак. Я не знаю, как он там называется по меню, но выглядит такой, знаете, чисто такой английский завтрак. Бекон, шматы такие, бекона жареного. Вон мальчишка пошел. Кроксы такие American style. А, да-да-да, у него такие кроксы там прикольные. Вот, и эти бекон, там, яичница, все, течет масло, что-то там еще, никаких овощей. Вот они такое едят, а жирнее я. Да-да, причем стройные такие мужики сидят, наши ровесники, наверное, такие стройняшечки прям сидят. Я первый раз помню, в Англии вообще офигела от такого завтрака. Конечно, его всегда много на тарелке, и там реально вот прям вот шматы этого бекона, вау, просто вау. Вот, ну все, поехали домой. Маша приехала. Совсем рано. 9:50. Ага, пришли все встречать. Все? Можно поздравить? Да. Че, грусть, тоска? Ну да, когда сейчас странно. Да? Печаль? Ну как-то вообще странно, я не знаю. Как-то вообще не чувствую, что последний день. Печаль печальная накрыла. Там еще Лиза в комнате. Все, Масюндры. Пришлось даже сверху спуститься. Он на Кате на кровати дрых. Он дрыхнет там до обеда. Сегодня у Маши внеплановый приход. Еще 10 утра нет, Мася дрыхнет. Тебе пришлось проснуться и встречать. Пришлось проснуться и бежать встречать, да. Он обычно на Леву прибегает. Немножечко псих, да. У нас Мася немножечко псих, собака немножечко крейзи, собачка. Один Жорик у нас, полностью уравновешенный кот. Самодостаточный, уравновешенный. И ты кто такой маленький кош? Масюндра, да иди ты спи. Ты же не могу. Встречать вас всех. Слишком большая семья. Уснешь тут, скажи, с вами. Машка еще. Как собачка моя? Плакала? Я нет. Как вас провожали? Никто не провожал, мы просто ушли. Мне странные последние дни, там ничего не происходит. Это что не удалось произойти? Ой, косточку успели поиграть еще. А Жорик, если кто просил меня трогать. Белоснежка пришла. Все вокруг. Руки помыла, котов моих чистых трогаешь. Так, а я поехала уже за детьми. Лёва уже дома. Сейчас уже мелких заберу, и у нас, по-моему, дождь сейчас ожидается скоро. Гроза, дождь, как всегда. Так, бежит там человечек один, вижу. Что-то тащит, или мне кажется. Точно, весь свой став тащит, похоже. Катя вчера принесла, неподъемный был рюкзак, сегодня лаврик. Hello, весь твой став? Заходи. Вау, как мама, много. Можно есть конфетку? А, ну, после еды давайте. Заходи. Заходи скорей. Ой, Лавруша, собирай все. Кать, скорей заходи, жарко. Я хочу сейчас есть. Сейчас ты хочешь? Да. Все? Последний день? Он на моем бэкпэк. А ну, последний уже каникулы. День? Да, последний день. Сходить в школу? Да. Все, да все, последний, да сейчас последний день был, все.
Все, каникулы. А, каникулы. Каникулы, ура. Поехали. Так, ну да что, давайте, вытаскиваем. Ты можешь почищать? Давай как-то это все сложим. Вчера Катюхин разгребал, а сегодня твой разгребают. Так, и там с той стороны тогда. Невкусный? Потому что вишневый, наверное, вы же не любите. Все, пойдемте, Лиза уже в бассейн готова, вас ждет. Осторожно, выходи вот сюда. Ага, все, поворачивай. Кать, выходи с той стороны. Все, приехали. Каникулы. Давай, бегом. Пойдете в бассейн? Лиза вас ждет. Да, ну, не знаю, успеете, нет? Я не знаю, у Лизы спрашивайте. На какой ходите? Ну, вообще сейчас дождь передают через полчаса. Все, никак не отмою. У меня пошли, поехали, точнее, девчонки на бассейн туда, на большой. Дождя нет, это хорошо. Я пока провернула целую спецоперацию, ребята, пока детей нет. В принципе, отлично. Нету вообще тучек, хотя вот прямо ибо, ух ты, какая цапля. В общем, провернула. Я выбросила все кроссовки, Левкины, детские. Они уже сильно износились. Лёва сказала, мама, мои тоже выбрасывай, там все. А потом выбросила все рюкзаки. Я уже показывала, там уже, в общем, все. На следующий год точно нет. Выбросила. Выбросила ланчбоксы, все три тоже. И Левины, и детей. Они тоже уже и плохо закрывались. В общем, все можно было выбрасывать. Уже там все сильно покоцанные. Что я там еще выбросила? Весь став выбросила, все папки, все, вообще все просто выбросила. У меня два огромных мешка мусора. Жар. Мило, ждут девчонок. Вон у меня огромные два мешка. Сейчас девчонки придут, детей мне заведут. Я буду их отмывать после бассейна, а они у меня весь мусор вывезут. Мила! 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 А, ты с Масей. Вы что там делаете, а? М? Как будто что-то замышляете. Ой. Ой, ой. Кто там? Кто там, собачка? Ой, Мила, холка встала. Кто там, Мила? М? Кто там? Никого там нету. Кто там? Кого увидела-то? Она так на собак реагирует. Но если большая собака, она просто вот разрывает. Вот это вот, я не знаю, как до сих пор у нас целое стекло. Она, и вот эти вот штуки, вот эти перекладины, вообще не понимаю, как она просто, она вот в человеческий рост встает и вот так вот просто все сносит. Я не знаю, как они до сих пор целые. А? Милка, смотрите, какой тут срачельник. Сейчас уже девчонки у меня мусор вывезут, и я тут все пропылесошу, помою. Попозже, Мася, ты что там спрятался, Масюндра? Масяня? Ты что там сидишь, малыш такой маленький? Скажи, все раны сегодня приперлись, не до сна сегодня, да? Жор, 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 шкура ты моя, шкура ты моя, шкура, шкурка. Так, вернулись мои дети, сидят, играют, едят свои чипсы. Катя собралась разукрашивать очередного юникорна своего красивого. Притащила сюда все, что нужно. Все, сидят, играют, Лаврик играет. Лаврош, тебе укрыть ножки? Нет. Нет? Холодно, да. Холодно? Давайте укроем. Лёва, ну если сидеть в одних труселях, конечно, холодно. Угу. Лёва, иди оденься. Все, все одеты. Лев, ешь. Вечер. Лиза будет готовить пасту. Тут пройти негде. Что ты сказала? Лавр, смотри, чтобы она не съела это. Очень лукина. Очень лукина проблем. Очень лукина. А я уже би. А я не лукина еще. Но мы не лукина еще. А я лукина. Но мы не керка вообще. Как ты покрасила волосы? Нормально, кисточкой. Ты довольна? Да. Видишь, не обязательно столько денег тратить. Ну да. В салон ходить.
Черный цвет самый простой. Я сначала показала, что они синие были, потому что когда я красила, они же цвет немножко меня покрасили. Это первый день. Да, и я сначала такая, боже мой, только не синий. Только как не воронье синий. Перо, да? Да, ну а сейчас уже нормально. Когда я вымыла, два раза шампунем вымыла. А два. Зачем в первый день не надо мыть? На второй, на третий. В салоне моют, почему я не буду мыть? В салоне же ну, моют. Ну понятно, он так и так. Нет, смоется, вот этот салоне, синий оттенок. В салоне тебе моют голову. Тебе, скорее всего, не шампунем мыли голову, а кондиционером для... Нет, шампунь... Мам, я знаю, что он не работал, мам. Ну хорошо, ладно, шампунем. Я но ты зачем два раза уже за сутки помыла? Он же быстрее смоется. Все помыла. Смоется, и все, и будешь опять заново красить. Не смоется, нет. Что за что смоется? Маш, ты не хочешь волосы покрасить? Что ты завтра смоешь? Ну, потому что первый день не надо намывать постоянно. Один раз помыла, на следующий день достаточно. Что он там? Так, что там у тебя паста будет, да? Да, но я еще не... Мясо можно это убрать, пожалуйста, мама? Ты что, не вытерлась вся мокрая? Мясо не трогай, сейчас детям сделаю. Я сейчас сделаю, Лиза, не трогай, пожалуйста. Я там чуть-чуть совсем заняла, не трогай, пожалуйста. Так, паста готова. Что там у нас? Специи, креветки, лучок, чесночок, лук. Одинаковые? Ну, вот это побольше, потому что Маша много не ест. Ты знаешь, Маша оставит порцию, если наложить много. Я выбрасывать не хочу. Ну да. Ну, красота. Поэтому, красота, да. Как всегда, пахнет обалденно. Да, не воняет. А что, Лёва сказал, воняет, да? Лёва, а ты не хочешь, Лев? Он не ест пасту, он, в принципе... Ну, просто креветки. Сейчас я мясо вам сделаю. Мне нравится томат, я оставлю. А, да. Ладно, ага, ну все, кушайте, приятного вам, приятного кушайте. Спасибо. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Так, дети сейчас будут смотреть. Что, адская кухня? На ножах? На ножах. Я делаю детям мясо, освежаю, так скажем. Жарили мясо детям, и я его сейчас, чтобы оно было вкуснее, на сковородочке сделаю. Так. Сейчас будем смотреть. Лёва себе перевел на телефон все. Я немножко еще монтирую. Это романтики столько. Они такие, ну вот же стол, садись. Я-то сяду. Так. Сейчас детей покормлю. Кто? Это мусор у нас теперь везде, мусорные ведра. Если что, туда... А, Мила, сори. Он не просто так тратит. Почему? Туда, например, Лёва что-нибудь кидает или они что-нибудь кидают, он берет пакетик, выкидывает. Да, это чтобы следующий не стелить. На заметочку так, хозяйке на заметку. Да, но я это часто буду кидать. А, хотя... Ты сейчас просто что-нибудь можешь кинуть. А если кто-то зальется, будут кидать, а не. Ну да. А я тут не понимаю. Лев! Я должна не тянуть. Я туда деньги. Ах, красота пахнет. Так, это я сейчас у меня трое поедят. Старшие едят свою пасту, это трое, так, несколько кусочков. Они больше не съедают. Включили? Это? Ага. Так, котик, давай мой Юми художник. Убирай в стороночку, сейчас будем мяско кушать. Катя, убирай, сейчас еще овощи вам порежу. Катюш, убери, пожалуйста, зай. Кать, ты меня слышишь? Давай, убери, пожалуйста. Лаврик! Давай, сейчас покушайте, а потом будешь... Хорошо, оставь он туда в стороночку. Горячий, сейчас остынет. Так, сейчас мальчики еще наши придут. Хотим, да. Жарко, бросали. Проблема заведения. Начинаем мы с интерьера. Пойдем. Вечно уединяются тут с Левой и сидят. Садитесь, Лева, садись. Мясо поешь. Нет, мясо поешь. Давайте. Ешь, давай. Все, кушаем. Да, и собака здесь. Все, кушаем. Выдергана отовсюду. Константин, очень жду. Я бы хотел, чтобы вы мне помогли много чего изменить. Лиза сказала, в Майами открывается... С Гордоном, да? С Гордоном Рамзи открывается ресторан, и там будет адская кухня. Да? Лиза проезжала мимо, увидела, говорит, я, говорит, так радовалась, так, говорит, визжала, увидела. Там, говорит, такая хэн нарисована. И типа, что адская кухня. Ладно, все. Приятного. Мила, фу. Сейчас она оближет тебя, и салфетка не нужна, да, Мила? И салфетка не нужна. Ты-то я знаю, тебя бесполезно кормить. Ты одно и то же ешь. Ну, мальчики хоть, ладно, поедят. Катюрик, тебя потом покормлю кашей тогда. Кто там?
Ой, папа пришел. Папочка. Ой, магазин заезжал. Да слышим, слышим. Hello, папа. Что это такое? Ты был в магазине? Mm-hmm. Папа, мы тут адскую кухню включили, смотрим. Mm-hmm. Давай, что там? Что сделали? Я мясо сделала. Мяско купил? Какое мяско? А, на этот? Я детям сделала. Да, покупила 5 хагисы. Блин, я Лёве покупала уже. Больше нельзя. А, мясо и вино. Понятно. Так, это я пока от него уберу. Он же одну замочил. Да, да, иду. Таргетовская, да? Оно, конечно, так себе, но зато близко. Что, 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 что? Движ, движ. Да не надо это облизывать. Здесь такая довольно герметичная упаковка. Угу, закупочка. Так, у папы будет борщ с лучком, с зеленью. Все зависли. Папа, ностальгия? Да? Есть такое? Рестораны. Блин, я сметану забыла. Ёпарасоте. Ну, не забыла, в смысле, сейчас нальем сверху. Ну, я ее, знаете, ее там уже и так неудобно выжимать, я папе отдам, папа ее выжмет. Забывает все время купить. Я забыла, и папа уже второй день тоже забывает, хотя был в магазине купить сметану. Поэтому сейчас он уже выжмет все, что там есть. У меня все в посудомойке. Ни посуды, ничего. Все в посудомойке. Что? Это мокрая шапочка Катина. Это они с бассейна пришли. Это просто вода спокойно. Без паники. Так, все, девчонки, поели. Лёва, доедаем, и у тебя твои чипсы. А где чудо это? А, вон оно, лапа торчит. Ты что тут делаешь, зайка мой? Леденец? Айпэд, леденец. Ну, окей. Так, почти все в сборе. Лаврик только там. Папа, ешь, пожалуйста, остынет. Сметану выдавливай туда. Все, все, можно сказать, сыты. Так, сейчас жду. Я еще хотела сегодня стирку разобрать. У меня просто монтаж одновременно, я не успеваю. В общем, ладно, стирка точно не сегодня, хотя время 4:30. У меня такое ощущение, что уже вот спать, уже вечер. А я забыла, что день-то короткий был. Поэтому у меня такое ощущение. Задолбалась так, как будто они вот только они в это время практически у меня из школы приходят, там обедают только. А у меня ощущение, что уже вечер. Так, в общем, сегодня только у меня осталась посудомойка. Все, стиркой не буду сегодня заниматься, не успеваю уже, мне надо монтировать. Так, друзья, у нас вечер, посмотрите. На эту милоту. Катюндра рисует. Я сейчас пытаюсь уже уложить детей спать. Катя, как красиво. Зайчик мой. Наушники школьные все распят. Что? А, там Лёва. Ой, Лёва, вы вытащите, а мне надо детям зубы уже чистить и баиньки. И что? Папа, иди папе покажи, папа разберется. Жируси, я в ваших играх не разбираюсь. Ты мой кот красивый. Ай, Тима, ай, тяжелочка. А, иду, иду. Ай, тяжелочка. Сейчас мама котика погладит. Котика погладит. Мила. А, Мила, ты как Годзилла подходишь. Да? Как Годзилла. Ой, Жорочка. Ой, Жорочка. Ой, Жорочка. Такой уютный-уютный котик. Такой уютный котик. Что-то Лаврику опять купить в игре надо. Что-то опять купить в игре надо. Ой, ой, ой. Ой, гладьте меня, чешите меня. Восхищайтесь мной, да? Да, да, Жорик, Жорик. Так, все, вечер. Дети, пошли зубы чистить. Мусорные ведра, как всегда. Катюндра, пойдемте. Зайчик, все, все очень красиво, но завтра уже будешь заделывать. Котик какой-то оранжевый. Что? Это unicorn cat. Все, я уже пришла укладывать детей спать. Катя сказала, дорисует, и только потом пойдет спать. Да, Катюх? Красоту такую нарисует. Подняла себе стул. Лаврик. Сейчас буду кота отсюда доставать. Масюндра. А, Масюндра. Достаю тебя. Лёва! Заберешь кота? Да. Давай. Котика моего тепленького. Всех встретил, скажи, да. Потом пришел, сплю тут. Заберешь? Давай, забирай его оттуда.
Доставай, доставай. Ой, Мотик. Масенька. Он такой тепленький, когда его достаешь от сна, такой, да? Масюндра. Давай все, тащи его туда. И что ему снится? Что ему снится? Что кошке снится? Мышки? Все, давай, тащи его отсюда. Так, Катюш, ну, давай, я только тебя жду. И спать. Этот пикси-джикси, как всегда, с Катей. Нет, это юнику. Да нет, я вон про Чебурашку. Пикси-джикси, да? Нет, это Magic Mixie. Magic Mixie, господи, Magic Mixie. Мама, я рисую эту. Ты моя умница. Юникорн. Супер круто, здорово, это очень красиво. Кэт. Точно, Unicorn Cat. Все, Катюк, давай, все. Мама, а посмотри. Ой. Катя сегодня на рисование прибила. Очень красиво, согласна. Очень красиво, да. Все, зайка мой, все, давай. Зубки уже почистили, все уже. Пойдемте, баиньки. Сделала. Unicorn cat. Угу. Катя положила туда фломастер, сказала, пусть там лежит фломастер, чтобы я не потеряла страничку. На, iPad. Поднимайся. Спасибо. Пожалуйста. Чебурашка, ты его Чебурашка называешь себе? Magic Mixie. Magic Mixie, да. Я хочу пить. Сейчас дам. На свою ледяную воду. Что, опять икаешь? Нет, я просто чуть-чуть упала. Давай, пей. Ну куда ж ты все это потащила-то? Кать, воды, воду попей, давай мне ее. Тащит свое барахло туда, там столько всего, господи, эти все коала, все там у Кати, свою нору притащит все. Так, Лавр, все, отбой. Немножко айпэдов перед сном и спать.